Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на канале про еду о еде. Сегодня я расскажу супер рецепт с пельменями. Очень вкусно! На раскаленную сковороду добавляем подсолнечное масло. Высыпаем туда 300 грамм пельменей. Поджариваем их до золотистой корочки, периодически перемешиваем. Далее добавляем бекон 70 грамм и лук 1 штука. Все перемешиваем, жарим под крышкой 5-7 минут. Периодически перемешиваем. Добавляем болгарский перец, помидор, специи по вкусу. Все перемешиваем. Стакан сливок 200 грамм. Тушим 10 минут. Добавляем твердый сыр 100 грамм, любой на ваш вкус. И перемешиваем. Сливки начинают густеть. Спустя еще 10 минут пельмени готовы. Посыпаем свеже нарубленной зеленью и подаем к столу. Всем приятного аппетита и спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. До новых встреч!